74 случая мошенничества зарегистрировано в Губкинском с начала 2017 года. Возбуждено 31 уголовное дело. Все это факты телефонных мошенничеств. Сотрудники полиции предупреждают, что преступники находят все новые способы обмана граждан и сегодня активно используют не только мобильную связь, но и возможности интернета. В частности, мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram. Приходит сообщение от абонента якобы 900. Чаще всего это просто переименовывается как 9ОО. При просмотре данных контакта будет, значит, номер телефона обычный, то есть 8-922 или любого абонента. То есть таким образом можно распознать, от кого именно пришло данное сообщение. Вот. В любом случае, то есть если вам поступает данное сообщение, есть официальный номер, который указан на сайте, допустим, банков, да, либо на карточках банковских, по которым нужно перепроверить информацию. Сотрудники полиции предостерегают граждан от звонков по номеру, указанному в СМС-сообщении, даже если в нем указано, что с карты будет списана некая сумма денег. Если человек все-таки перезвонил по неизвестному номеру и осознал, что стал жертвой обмана, нужно позвонить в банк и заблокировать все имеющиеся карты и доступ к счетам. Затем следует написать заявление в полицию. Полицейские призывают граждан быть бдительными и не реагировать на сообщения, приходящие с неизвестных номеров.